Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня видео по двум буксам, это BitLimo и Paybox, на которые не надо тратить свое, друзья, время. Значит, что у меня с BitLimo? У меня сделан апгрейд, еще 26 дней будет работать. Делала я этот апгрейд из своих заработанных денежных средств. Первый раз я сюда вложила денежку и сделала апгрейд. Я свои деньги вернула, все замечательно вывела. Я писала об этом видео. Потом начало здесь правила меняться. Минималку начали потихонечку все поднимать. Вот. И что мне денежку свою не вывести. Вот этот майн-баланс. Здесь 2 доллара с копейками у меня. Мне их не вывести. Значит, я нажала вывод средств. Вот. Что у меня здесь? Вот мой баланс. 0.2072. Минимум на вывод показано 0.2282, а максимум у меня 0.202. Мне вот этот не вывести, и по максимуму мне тоже не дают вывести. Они требуют типа того, чтобы я вложила сюда свои денежные средства. История, я отсюда выводила, вот как бы денежки я свою вернула, и вкладывать свои денежные средства я сюда не собираюсь. Еще неизвестно, заплатят они или нет. И здесь вот человек пишет, участник: слабаки, многие сайты в эпидемию дают людям заработать. Дайте вывести заработанное, потраченное время. Кто возместит? Ну, в общем, ответа нет. Как бы здесь же этот отвечает, вот. Суппорт отвечает, потом администратор тут тоже вот, как я, ну, поняла, администратора тоже отвечает. Нет, где тут администратора? Вроде как и нет. Вот. Так что я убираю этот бокс из своих закладок, пусть они работают сами. Теперь, что касается вот этого, Paybox, друзья. Минимальный вывод здесь 2 доллара. Как видим, у меня на балансе 2 доллара 13 центов. Я пробовала выводить, проверить этот бокс на вывод. А здесь опаньки. И 2,99. Ну, бог с ним, думаю. Буду работать. Тут наберу я этих 3 доллара, да, без цента. Что же они мне здесь пишут? Я начала просматривать рекламку. А заработать-то они мне и не дают. Я так поняла, никому не дадут. Они мне здесь пишут, что у меня отблок. У меня вообще на компьютере нет отблока. Он ни на одном браузере даже не установлен. Вот. И как бы просмотреть рекламку они мне не дают. Я так поняла, вывести они тоже не дают. Ну, не дадут. Вот. Тоже я удаляю из своих закладок этот букс, чтобы не тратить на него свое время. Но это интернет, и всякое бывает, и такое тоже. Впереди нас ждут много интересных буксов будет, и проектов интересных. Ну, надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!